Завтра прогноз с 13 по 19 сентября. Эта неделя будет у нас довольно противоречивая, ну, потому что Солнце в знаке Девы дает нам деловой настрой, и Меркурий в Весах желание даст быть в обществе, ну и играть какие-то социально важные роли. Однако Венера, перешедшая пару дней назад в знак Скорпиона, она будет давать нам желание таких страстей и сильных эмоций. Ну и это не даст нам поступать как-то рационально. Ну и опять же, на этой неделе в среду Марс переходит в знак Весов. И тут может быть проблема для того, чтобы начинать какие-то новые дела и продвигать их. То есть будет много сомнений. И в этом случае хорошим подспорьем будет просто спросить совета. Ну или затеять какие-то партнерские дела, партнерские совместные проекты. Это будет давать нам силы. Ну и опять же, тут такая может быть опасность, что вас могут взять на слабо. Поэтому, если будут какие-то провокации, ну не спешите поддаваться на них и делать. Ну и опять же, во вторник и среду два таких особо напряженных дня, когда негативные аспекты Солнца с Нептуном, они будут давать нам уход, может быть, в какие-то иллюзии и желание принять желаемое за действительное. Поэтому в этом случае, опять же, тоже не спешите действовать, когда, ну, будут какие-то провокации или нужно будет принимать важные решения. На этой неделе Луна без курса у нас будет в четверг весь рабочий день и с суббота, с обеда и до самого вечера. Напомню, что это время, когда лучше не начинать никаких важных дел, не назначать важных встреч и мероприятий, а заниматься просто обычными повседневными делами, ну, то, к чему мы всегда привыкли. Для гродненцев эта неделя будет хороша для новых знакомств и для обучения. Опять же, если кто-то давно уже планировал получить новые компетенции, то сейчас самое время это сделать. Овен. Займитесь личными делами, отложив на время общественное. Телец. Придется набраться мудрости и терпения, чтобы преодолеть возникающие сложности. Близнецы. Не забывайте о накопившихся домашних делах. Они ждут своего решения. Рак. Не стоит выплескивать свои эмоции на первых встречных. Лучше найти для этого подходящего человека. Лев. Лучше сосредоточиться на работе и повременить с активным выяснением отношений. Дева. На этой неделе появится больше времени, возможностей и решительности. Весы. Дела будут складываться вполне успешно, если вы приложите к этому больше, чем минимум усилий. Скорпион. Близкие люди могут быть слишком обидчивы. Постарайтесь не вступать в конфликты. Стрелец. Желательно соотносить свои обещания с возможностью их выполнения. Козерог. Вы узнаете важную информацию, которая внесет изменения в ваши планы. Водолей. Ваши неожиданные решения могут принести высокий результат. Рыбы. Не забывайте, что желания других так же важны, как и ваши собственные.